смотри, там на борт влезть можно. Давай я их отвлеку, а ты туда. Спрячься здесь и жди, пока пройдут. Ну что, в этот раз до самого нижнего пойдем? Нет, километров за 20 поворачиваем. Ну и психов этих. Ты про пост, что ли? Внимание, слева. Эти доблестные защитники, мать их за ногу. В прошлый раз нам всю рубку изрешетили. Главное, пока разгружались, все нормально было. А как платить, так мы сразу восточными варварами стали. Вот сволочи. Ну так вот. Так что теперь они там хоть цинк за кило хлеба пусть дают, я скорее в Баку пойду, чем туда. Ну, там-то тоже говорят, не сахар. Там черт его знает, что творится, никто не был, врут кто во что гораздо. Но с нижним все ясно. Я вон нашел, у тебя на бочку нет. Нет. Между баржами есть плот. Перелезь через борт. А у меня опарыш там. Эй, кто это? Эй, видел? Вижу противника! Внизу! Противник! Вот! На, сволочь! Огонь! Его заметили! Огонь! Отступаем! Внимание! За ящиками! Не убивайте, я могу заплатить! Или товар! Товар, товар возьмите! Спокойно, свои! Отлично сработал, Артём! Артём, нас же все в порядке! Ты молодчина! Жаль все же, что по-тихому не получилось. Ну что, ребята? Готовимся к отплытию. Если кто что забыл, то уж забыл. Времени терять нельзя. Ребята, удачи. Ни пуха, ни пера. Артём, смотри там. Да, удача нам пригодится. Ну, как говорится, 7 футов под килем. Ура! По местам стоять, с якоря сниматься. Сейчас где-то полпути пройдем и часов до 4 в камышах покемарим. На мост лучше с утра пораньше заявиться. Туман гуще всего. Да и они все после заутренней сонной будут. Артём, князь, мы того. Приближаемся. О, там, видишь, на верхотуре самый костер. Там кабина управления была. А теперь молельня. Поближе к Богу, понимаешь? Ну и вам, значит, туда.
А я пока охране зубы сболтаю. Эй, на берегу! Держи конец! Ну, Артём, погнали! Кто первый наверху, того и тапки. Удачи! Шлет святой отец демонов искоренять. Ну ладно, ведь. Вы хотели рассказать, что было? Ладно уж. В общем, еретик прямо на проповедь к отцу Силантию явился. Наши по лодкам и туда отца спасать. А еретик всегда всех почти уражил. Кто сдался, только тех не тронул. Ну и вообще безоруженных, кто там был, не тронул. И а чё так? Семён, ты вернулся? И Катька эта ведьма... Ты чё, обалдел? Они же с Кириллом всех демонов извести поклялись. Такие не возвращаются. Да кого хочешь спросить? Их там нехристи перехватили, а еретик из новых освободил. Сдрефил Семён просто. И не такое придумывают, лишь бы к демонам идти. Как вернулся в храме, скандал устроил, но своего добился. Теперь вместо Семёна за еретика молиться будем, понял? Ух ты, за еретика? Хотя дело богоугодное. А потом что? Перекрестился, порог поцеловал и обратно ушел. К демону, понял? Чего им на той стороне? Медом намазать? Брат, все лучшей жизни хотят. А хорошо где? Артём, я почти на месте. Где ты там потерялся? И разверзлись небеса, и пал на землю грешную дождь из ракет, и стала земля пеплом, и вскипели моря, и люди все не обратились как, и только один из нас уцелела, неподкупна и приют. Верные Господу, и силы Господь, и он из них избрал старшего, именем Силантий, и рёк ему, по те поры буду с вами и буду беречь вас, пока верность мне храните, пока технику бесовскую отвергаете, отвергаем! А пуще прочего, отвергаете ли хитрость дьяволову, тот электрический проклятый подарок лукавого купца, чтобы те о себе возомнили, будто стали превыше Господа и превозносчивее его!
Истина! Ибо в токе электрическом и соблазны сатаны, и яд его! Ибо лишь только тот, кто примет ток и атом, и машины всякие, пройдет в царство Божье. Лишь того, кто себя не заморал, пропустит хлебные чертоги Господа, царь рыба! Слава рыба! И не убоимся пришлых, что с войной к нам пожаловали, что напали на приют нас. И хоть стоит у наших ворот и конь железный, маслом машины сверкающий, током электрическим не убоимся. Встретим во все оружие врагов наши, на диво нас славится. Аминь! Аминь! И мы исполняем волю Господа нашего, и от него примут враги наши кару и воздаяние за грехи. И все, что стоят у врат наши обители, разменятся, как пыль на ветру, когда исполнится воля его. Ибо можно порох мыть, а электричество не течет. Помолимся, рыба родите, призовем ее. Принеса, рыба! А пуще прочего, отвергаете ли хитрость дьяволову? Ток электрический проклятый подарок лукавого глупца! Кому же и стражи не миновать? Добрались, значит, еретики проклятые! Катерину увели и до меня добрались! Ух ты, шустрый Артём! Слушай, мы здесь просто проездом, понял? Если наших пропустят, они стрелять не будут. Мы старались ваших не обижать, кстати. А Катерина сама нас просила забрать ее с дочкой. Ну что, все понятно? Чего не понять-то? Сначала головорезов местных извели, а теперь и за нас взялись. Стариков и детей тоже убивать будете? Или уже вдоволь крови напились? Уезжайте с глаз долой! Пусть Бог вас за грехи карает, а мне надлежит паству мою беречь. Ну вот и молодец. Братья, внимание! Огонь не открывать! Слышите? За стрельбу прокляну! Вот все, что мог. Вы, главное, не стреляйте. А машинисту скажите, чтобы не гнал. Мост еле дышит. И останавливаться нельзя. Мост рухнет. Вам придется прыгать. Аврора, это князь. Мы договорились с местными. Нас пропустят, если не будут стрелять. Пойдем малым ходом. А, и останавливаться не будем. Прием. Артем, прыгаем! Неплохо мы сработали, Артём! 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 Просыпайся! Проснулся уже? Артём! Тебя полковник в рубку зовёт! А я побежал! Вставай, пора! Ты у меня молодец. Мы ведь теперь не дома, дядя, так что... Дядя Артём! Там дядя ТТшник уже мастерскую доделал. Хотите посмотреть? Так здорово получилось! Сюда, дядя Артём! А, привет, Артём! Видишь, как я тут устроился? Как король честь слова! Верстак какой шикарный, а?
Артём, тебя полковник в рубке ждет. ДТшник ругался. Ну, тут длинная история. Каре кокетничает, рассказывай. Ну, в общем, сижу на балке, смотрю, как Артём разводится. Артём, иди сюда. Слушай. Удалось связаться с Ковчегом. Спасибо, ТТшник, дешифратор подключил. Ковчег, Ковчег, отвлечься. Прием. Это Ковчег. Назовите себя. Прием. На связи полковник Святослав Мельников, командир отряда специального назначения. Мы приняли ваш сигнал и направляемся к вам. Как слышите? Прием. Да, да. Слышу вас хорошо. С кем я говорю? Как к вам обращаться? Зам на связи, майор Иванов. Минутку. Да, да, все понимаю, товарищ майор. Проверка нужна. Отлично, полковник Мельников. Отлично. И да, простите за недоверие. Но ситуация, как вы сами понимаете, очень серьезная. Враг не дремлет. Понимаю, товарищ майор, поэтому прошу, передайте руководству, что мои бойцы верны присяге и готовы встать в строй, как только мы прибудем в расположение. Прием. Благодарю за хорошие новости. Сколько у вас людей, полковник? Отделение прекрасно подготовленных бойцов спецназа. Отделение? Да. Вас понял. Ну что ж, это отлично, отлично. Да, нас немного, но мы везем донесение особой важности. Мы направляемся к вам из района К6 Альфа. Есть ли данные о силах противника у нас на пути? Прием. А, минуточку, проверю. К6 Альфа, говорите. Так. Товарищ полковник, в этом районе противника не обнаружено. К сожалению, нам нужно заканчивать сеанс. Мы вас очень ждем. Я немедленно доложу наверх и уверен, что вас примет сам министр обороны. Это огромная честь. Благодарю. Если можно, пару слов. Как у вас там обстановка, майор, а? Товарищ полковник, это же секретная информация. Но по-человечески я вас понимаю. У нас все в порядке, не волнуйтесь. И до встречи на Ковчеге. Конец связи. Служу народу. Конец связи. Ну что, Фома неверующий, убедился? У меня до сих пор руки трясутся от нервов. Ха, подумать только. Сам министр. Артём, кстати, можешь на карту глянуть. Как видишь, мы направляемся прямо в Ямантау. Катерина и Крест говорят, что пути в ту сторону в неплохом состоянии. Повезло нам. Там было много приоритетных целей. Так что можем надеяться на спокойное плавание до самого порта. По расстоянию вроде и недалеко, но от состояния путей все зависит. Так что ползти, наверное, будем долго. Ну, Ермак, так о чем мы там? Про то, что цели превыше всего. А, да. Так вот, не надо. Попривыкали. Правильная цель оправдывает средства. Я ведь не возражаю. Thank you.
Этого шанса я, пожалуй, и ждал. Обстоятельства не складывались. Но теперь правительство, понимаете, правительство.